Любимый ученик. Бобры строят плотины. Так. Лягушки делают дорожки из лилий. Так. А дятлы бездельничают. Так. Я права. Как дела, Вуди? Сегодня на 2 градуса жарче, у меня во рту пересохло. О, я могу это исправить. За последние 6 месяцев, Вуди, у тебя было около 3000 нарушений. И я тебя заменяю в порядке естественного отбора. Заменяете? Да, у меня нет другого выбора. Я отправляю тебя в мой лесной институт для повторного обучения. Но я... Итак, ты новенький. Ты уже выполнил домашнее задание? Домашнее задание? Да кому оно нужно? Учительница, новый ученик не выполняет домашней работы. Не то, что я. Понимаешь ли, Вудроу, тебе надо поставить себя на место этого особенного дятла, который еще многому научится. Я думаю, что здесь не задержусь и хоть сейчас готов уйти отсюда. Но, пожалуйста, мать природы, я выучил урок. Тогда у тебя не будет проблем доказать это, Вуди. Кто отличится на сегодняшних экзаменах после окончания школы, будет трудоустроен. Мы начнем с базовой основы для дятлов. Как клевать деревья. Вудро, братец, что ты делаешь? Я выбираю самые прямые и высокие деревья для работы. Глава 79. Книги, шмиги, слушай меня внимательно. Я имею большой опыт. Ты должен обработать столько деревьев за день, сколько тебе по силам. И докажешь, что ты настоящий дятел и легко подружишься с таким, как я. О, великолепно, великолепно, спасибо. Посмотри на меня. Буди, вот таким образом. Мудров, я думаю, это дерево самое лучшее. Да, обрати внимание на то молодое дерево. Ты простофиля. Настоящий простофиля. Большое спасибо, Вуди. О, Вуди, ты отлично поработал на этом дереве и получаешь отличную оценку. Вот. О, опа. Это место охраняется. Вот восхитительное деревце. А Вудроу получит плохую оценку, потому что дурачится, использует технику, не имея на это права. Плохая оценка за глупое поведение. Вот и имею дело с этим дятлом. Зато меня по-настоящему оценят за выбор еды. Здесь нужны знания, стратегия. И небольшой зал, где разносят пиццу. Хочешь небольшой кусок дерева, где растет пицца? Я что-то не припомню подобного дерева. Что-то придумал, дятел. Снова хочешь доставить мне неприятность? Вудро, перестань видеть во всем только подозрительное. Ты думаешь, мать природа создала бы все это, если бы не хотела порадовать нас по-настоящему? Я тебе говорю, что существует большой прекрасный мир, и я стараюсь приоткрыть его для тебя. А, да. Как дверцу буфета. Возможно, ты захочешь выпить этой удивительной содовой. Это великолепно. Почему мы не учили подобного в школе? Вуди. Я могу открыть для тебя целый новый мир, о котором ты никогда не прочтешь в книгах, Вудроу. Я расскажу тебе о щедрости и богатстве матушки природы. Ты снова заслужил отличную оценку, Вуди. А вот Вудроу очень готов жить в этом прекрасном мире. Опять плохо. Но это не касается еды. Она отличная. Я съем еще немного. Я обращаюсь к вам обоим. Ваш последний экзамен — построить подходящий птичий домик. При этом вы должны работать вместе. Что? Работать с ним? Совместная работа — это главное для поддержания порядка. Тебе это известно. А, вот и занимайся этим, Буди. А я пока позагораю. Должен помочь мне. Если мы не построим этот домик, я должен буду остаться здесь надолго. Не беспокой меня. Я уже получил 2 плохие оценки. Кроме того, здесь есть все, что мне нужно. Деревья с висящей пиццей, газированная вода, отбойные молотки,
Одним словом, прекрасная жизнь. Чудесно. Такие, как ты, Вудроу, только позорят весь род дятлов. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда немного потрудиться. Труд укрепляет характер. А это как раз то, мистер, что вам не достает. Ленивый, ни к чему не пригодный дятел. Вуди, Вудроу, а вот и я. Посмотрите, мать природа. У меня просто захватывает дыхание. Благодарите вашего любимчика. Я думаю, Вудроу еще некоторое время должен остаться здесь, в академии. А что будет со мной? Мне кажется... Посмотрим. Да, я отпускаю тебя. Отпускаю. Ура! Я закончил школу! А теперь уходи скорее. Работай, работай, работай. Разумеется, мать природы, я никогда не буду учиться с ним в одной школе. Никогда. Он ушел? Ну, совсем. А ты был великолепен. На самом деле было нелегко казаться ленивее, чем Вуди. Но все сработало как часы. У нас еще есть 2 тяжелых случая. Добро пожаловать в лесной институт для повторного обучения.